певец и мультиинструменталист Валерий Евдокимов. Уважаемые гости, умоляю вас, убедительная просьба как можно ярче аплодировать всем нашим участникам, потому что, помните, для каждого артиста крайне важно признание публики и ее поддержка. Валерий Евдокимов. Добрый вечер, дорогие друзья. Остались самые стойкие. Желаю всем приятного, прекрасного настроения. А организаторам огромное спасибо за то, что они предоставляют такую возможность и продвигают действительно творчество. Раз, раз. Нету, да? Не то со звуком. Песню, которую я хочу сейчас для вас спеть, она лирическая, о любви, называется «Хижина». Итак, хижина. Если я смогу и выживу в этом мире без тебя, я в глуши построю хижину, все былое истребя. Отмолю я сердце дочиста можжевеловом краю и доверю одиночеству жизнь последнюю свою. И попробую не помнить я ослепительный накал, под которым в тайных комнатах я тобой изнемогал, как не ведая усталости, я бежал на голос твой, и в черемуховых зарослях мы тонули с головой. Тем ли быть судьбой обиженным, кто отведал рай земной? Только в сердце, словно в хижину, входит прошлое за мной. Тем ли быть судьбой обиженным, кто отведал рай земной? Только в сердце, словно в хижину, входит прошлое за мной. Ничего уже не сложится из разбитого стекла. Так чего ж душа тревожится, коли кровью истекла? Мне бы только солнце брезжило иногда из темноты, да в стихах моих по-прежнему оставалась только ты. Тем ли быть судьбой обиженным, кто отведал рай земной?
сердце словно в хижину входит прошлое за мной. Тем ли быть судьбой обиженным, кто отведал рай земной? Только в сердце словно в хижину входит прошлое за мной. Спасибо, дорогие друзья. Браво! Спасибо. Всем всем благ. Браво! Секундочку, секундочку. Повернитесь, пожалуйста. Забегай.